Здравствуйте! Мы находимся в отделе лепного декора. У нас вы найдете самый большой выбор декора во всем городе. Сегодня мы рассмотрим лепнину из разных материалов и узнаем их плюсы и минусы. Перед вами лепнина из армированного гипса, полистирола, полиуретана, дюрополимер в белом цвете, готово крашеный, МДФ, полимерный композит и даже фасадный декор из пенопласта и фибробетона. Сейчас рассмотрим каждый материал поближе, перечислим плюсы и минусы. Здесь у нас армированный гипс скульптурный из самой высокой марки Г16. Плюсы – прочность, это немаловажно для гипса, четкость линий, ровный обрезной край, то есть у вас будет минимальный шов, его можно окрашивать, он не горючий, и заметьте, он долговечный, срок службы более 100 лет. Здесь у нас изделие из полистирола. Самый большой плюс – это низкая цена. Второй – самый тоже большой плюс, не менее важный, это огромная линейка, огромный выбор. Плюс четкость линий и легкость при монтаже. Из минусов будут возникать проблемы при подрезке. И со временем он теряет свой внешний вид. Полиуретан. Самый большой плюс – это большая линейка, хороший выбор изделий. У них есть как прямые, так и резные варианты. Не пропускает ток, низкая стираемость, эластичность. Если, допустим, у вас есть какие-то закругления в интерьере, вы каждой модельке можете подобрать гибкий аналог. Он готово прогрунтован, можно окрасить любой краской. Со временем внешний вид не теряет. Из минусов полиуретана это ценовая категория, то есть он получается дороже дюрополимера, полистирола и армированного гипса. Дюрополимер в белом цвете и готово крашеный. Цвет можете подобрать любой. Самый большой плюс – это низкая цена, то есть из всех материалов он самый дешевый. Он 100% влагостойкий, можете укладывать даже в ванную комнату. Не боится механических воздействий, даже попробуем. По показателям полиуретан приближен к дюрополимеру. Не боится плесени, то есть он не плесневеет, так же как и полиуретан. Очень легкий при монтаже. И не дает усадки, не боится температурных колебаний. Из минусов дюрополимера это маленькая выставка, то есть маленький выбор. Плинтус из МДФ. Он готово прогрунтован, можно окрасить любой краской. Из преимуществ он также переносит все механические воздействия. Краска легко ложится. Он экологически чистый, слабо пропускает звук, также не боится грибков и насекомых. Хорошо переносит перепады температур, гораздо дешевле и более натуральный. Здесь у нас композитный полимер. По техническим данным он похож на дюра. Полимер. Его можно использовать как для внешней, так и для внутренней отделки. Он готово крашеный. И самый большой плюс – это длина изделия около 3 метров. Его можно спокойно использовать в ванных комнатах. У него есть плинтуса, молдинги, карнизы. Минусов – это небольшой выбор. Здесь у нас фасадный декор. Пенопласт с фибробетоном. Для легкости монтажа здесь используется пенопласт. Изделие очень легкое, но благодаря верхнему слою очень прочное. Давайте тоже попробуем. Не трескается, не портится при механических воздействиях. Можно окрашивать. Если вы заметили, этот материал часто используется для лепного декора на общественных местах, театрах, музеях. Вот как раз будьте внимательны, это именно этот материал.
Самый большой плюс – это огромная линейка. То есть вы можете выбрать абсолютно любой декор, как и для окон, для дверных проемов, колонны, пилястры, полуколонны, молдинги. И плюс доступная цена. То есть это гораздо выйдет дешевле.